За минувшие сутки на территории столицы произошло 182 дорожно-транспортных происшествия. В 5 авариях пострадали 6 человек и 1 человек погиб. Вчера около 10:30 утра девушка 1973 года рождения, управляя автомашиной «Сан Йонг», следуя по Демской дороге в сторону улицы Правды, допустила столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «Шкода Октавия». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Шкоды», мужчина 45 лет, от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель внедорожника с различными травмами госпитализирован, сообщает отдел ГИБДД управления МВД России по городу Уфа. Скрываясь от ГАИ, в Уфе пьяная девушка за рулем легковушки врезалась в магазин. В кадре, отснятом камерой видеонаблюдения, видно, на большой скорости по улице Сочинской летит машина, вероятно, скрываясь от ГАИ, и врезается справа в здание. По словам очевидцев, за рулем красной легковушки сидела пьяная девушка. Судя по тому, на какой скорости она неслась, гонка была серьезной. Необычный случай произошел в Уфе во время движения по трассе. Так, водитель 12-й ехал по мосту реки Белой от монумента Дружбы к остановке Школьная. Далее по записи из видео видно, как у впереди ехавшей машины отвалилось левое колесо. Это колесо покатилось на встречную полосу. Водитель ехал с низкой скоростью. Вероятно, именно это помогло ему не столкнуться с другими автомобилями и вовремя затормозить. В Башкирии на трассе М5 сгорела фура. К счастью, пострадавших нет. Инцидент произошел в Буздякском районе Башкирии в 16:30 по местному времени. Предполагаемая причина пожара – в неисправности автомобиля. Ориентировочно-материальный ущерб в результате возгорания составил 210 тысяч рублей. Пожар был потушен пожарной частью 71 в составе 4 пожарных, сообщает сайт proofu.ru.